лучшая! Лучшая! Наилучшая игра про криминальную Россию! И это именно так! Amazing Roleplay! Атмосферная игра с голосовым чатом и отыгровкой своего персонажа! Простой установкой и, самое главное, действия игры проходят в России! Деревни, города, автомобили, от ВАЗа до БМВ и Гелика! Все это Россия, которая знакома тебе с детства! Здесь есть армия, полиция, ФСБ, МЧС, банды магии и многое другое! Максимальная атмосфера лучшей игры! Amazing Криминальная Россия! Просто попробуй, это бесплатно, а вся игра проходит с реальными игроками и очень похожа на GTA! Заходи в описание и скачивай игру! Обязательно укажи промокод из описания при регистрации в игре, чтобы получить деньги на 5-м и 10-м уровне! Всем привет, дорогие подписчики, с вами Кисина Диман, а также Дони, мы продолжаем играть в GTA 5 онлайн, а это рубрика «Битва автогонщиков GTA 5». Кукусяндр! Сегодня, ребята, мы друг от друга спрячем вот здесь аж целых 6 тачек, я уже свои, в принципе, спрятал, поэтому остается дело за тобой, а потом попытаемся их найти за 10 минут и пройти ряд испытаний. Все просто, братан, поэтому давай, что, иди прячь? Давай. Ребята, а пока Дони ищет тачки, которые он будет сегодня прятать, я, прежде чем покажу свои, расскажу суть рубрики. Я буду добавлять его тачки в свою базу, то есть потом, если я вдруг ничего не найду, я смогу их спокойно себе телепортировать и посмотрим на реакцию Дони. Ну а первую машину я оставил вот здесь. Вторая тачка спрятана тут. Третья тачка спрятана за невидимым забором. Четвертая оставлена вот здесь. Пятая у нас будет стоять вот в башне. Ну а шестая и последняя Меган у нас будет стоять вот здесь. Ну что же, друзья, все тачки мы спрятали. Получается, время у нас будет сейчас запущено. Напоминаю, 10 минут. И давай, братан, ищи. Да я нашел уже запор. Что с моим персом? Он садился 1000 лет на этот байк. Ладно. Че, как ты прятал сегодня? Тачки? Я не прятал. Сложно? Вообще сегодня. Да нет, дорого. Вообще не прятал. Вообще не прятал, говорю? Вообще не прятал, да. Да можно я проеду? Спасибо, 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 спасибо. Ладно, едем дальше. Едем, в принципе, дальше. Смотрим, ищем. Но пока ничего не могу найти. Давай. Ну, только началось. Я просто с самой базы нашел машину. Самую базу увидел, да, короче? Да. Такое, 30 секунд прошло, 30 секунд нашел. Нашел первую. Это получается Бугатти. Помнишь, ты как-то в стекле мне уже ставил подобную тачку? Ну да. Да, вот, и в принципе в той же нычке у нас, соответственно, Бугатти. Не, ну пока, в общем-то, да, пока легко. Первая минута тачка, это хорошо. На крыше Бугатти, хорошо. Бугатти нашел? Да. Читерскую, что ли? Да. Ну такое. О, еще одна машина рядом. Нашел. В смысле? Я не знаю, пока не какую видел. Какую ты нашел? А что там ставил, скажи? Я не видел просто. Кого я ставил? Ну там машина еще одна стоит рядом, да? Я просто не видел. Ну сейчас я пойду посмотрю. Нет. Там-то дело, что ничего не стоит. О! Нашел тоже. Кто-то подсматривал сегодня, ты понимаешь, да? Нет, ну честно не подсматривал. Честно не подсматривал, но я нашел зеленый Мерс. Блин, куда ты еще поставил тачку, братан? Да все здесь, все стоит здесь изи. Что ты мне этот вопрос задаешь? Здесь изи все... А, нашел, все нашел, изи. Нашел, 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 нашел. Ну точно подсматривал. Я не посмотрел, короче. Я тебе говорю, ты пересмотришь ролик. Что-то там у тебя есть. Ты бы так не смог находить их. Ты что-то там используешь просто, как всегда. Просто же автогон ты не можешь снять. Ты надо тебе что-нибудь придумать такое, чтобы там доколебаться. Ну да, что смысл прятать, если ты-то посматриваешь или что-то такое делаешь? Я не знаю. Ну, типа... Все, пацаны, просто знаешь что? Они, наверное, смотрят и не понимают, что вообще происходит, потому что действительно ничего такого не было. Вот в натуре ничего такого не было. Тупо сейчас езжу и собираю тачки. Ну правда. Вот честно, братан. Понял. Даже не это. Не пытайся меня в чем-то разоблачить, потому что я ничего не понимаю. Да. Ну вот серьезно. Там нету. Окей. Окей, хорошо. Что еще? Что еще есть? Это еще есть? Тут есть? Не знаю. Тут есть? Тут есть? Ну такое, братан. Может, ты просто их изи поставил? Да, особенно ту, которая была на крышу ехать, да, вот это прям изи все стояло. Не знаю. Я не знаю. Мне просто показалось. Да, показалось. Показалось, что? К своей, да, на машине ехала, чтобы увидеть ее. Я? Нет. Да. Я просто решил заехать там на же твоя стояла. Крышу, чтобы увидеть что-то в приближайших, ну, приближенных все местах. Все понятно. Ну ладно, окей, хорошо. Да, знаете. я посмотрел, да. Все, я посмотрел. Я подсматривал. Все. Нет ничего. По зоне. Нашел.
Да, поздравляю. Утопил тачку. Это получается Pagani Huayra, братан. Нормально. Прикольно. Это, да, чудеская, нормально. Нормально, в принципе, неплохо. Тихо, по тормозам, нормально. 3.39, братан, я нашел 4 тачки. Молодец. Я нашел 4 тачки, понимаешь? Где еще 2? Где еще 2, братан? Там нету. Тут нету. Там тоже нету. Куда ты засунул их, братан? Признавайся давай. Что я засунул? Тачки. Где ты их оставил? Ничего не знаю. Ничего не знаешь, говоришь, да? Mm-mm. Вообще ничего вот не такое. Знаю. Тут пусто. Блин, я на самом деле... Странновато, ну ладно. Ладно, странновато. Тут у нас что? Ну, есть что-то вообще, нет? Еще не будем что-то ходить нет, или что? Нет, ничего. Вот тот же вопрос. Это опять идет машина или сколько? Пятая минута. 4 тачки всего у меня, братан. Всего 4 тачки. Всего 4 тачки, братан. И пока я остановился в поиске. Нашел. А, так подожди. Я ж, наверное, это всюду видно, да? Да, это Мерседес. Ну, нормально, в принципе. Остается тогда, получается, последняя тачка. Вот, и как бы, братан... А что по времени? А времени-то 5 минут у нас, понимаешь? 5 минут прошло, 5 минут на поиске, и очень-таки... Очень изи получилось, я даже не думал, что так все будет просто. Очень-очень-очень просто. Все просто у него там. Ну, вы поняли, да? Да. Все просто у него там. Ты до сих пор думаешь, что я подсматривал? Да ты, по-моему, что-то придумал на какую-то шляпу, знаешь, ты типа вот интересненькую, да. Ну, допустим. Типа интересненькую. Ну, допустим. Ну, такое. А что ты еще оставил? Что ты еще оставил? Где последняя тачка, братан? А где последняя тачка? Времени-то 5.50, братан. 5.50, понимаешь? Ты понимаешь, ты где-то на базе, наверное, спрятал, да, последняя машина? Не знаю, не уверен. Но я не был еще вот в этих местах толком, потому что я увидел сразу твою тачку. Хотя я все-таки хотел посмотреть, как изначально я предполагал. Тут нет ничего. И тут ничего нету. И там ничего нету, братан. Где тачки? Да я не знаю. Ты что-то меня спрашиваешь. Последнюю, братан, осталось. Просто. У меня уже глаза вытекают, я не знаю, что искать здесь. Седьмая минута оканчивается, братан. Седьмая минута. Остается буквально тут, ну... Не так много времени на поиски последней-то тачки. Так, а тут пусто. Тут пусто. Что такое, братан? Ты замолчал. Я думаю, пытаюсь понять. Пытаешься понять, говоришь, да? Да. Блин, мне самое интересное, где... Я въехал. А где тачка-то? А где последняя-то тачка? Тут есть что? Тоже пусто. Вызываем вертолет, ты понимаешь, да? А там тоже пусто. Это же зона еще? Да, это еще зона, однако. Остается 2 минуты 40 секунд, братан. Остается буквально 1.5 минуты, и братан... Я не знаю, где твоя тачка. Ну, все, тогда сдавайся. Я не знаю, где твоя тачка. Я даже не знаю, что ты не нашел еще. Я тоже не знаю, что ты не нашел. Ничего не нашел я. Чего не нашел ты, чего не нашел я? Минута последняя осталась, братан. Минута. А где? А где еще что-то, братан? Да, хороший вопрос. Мне тоже надо последний найти. Да, вопрос-то хороший, но времени-то 9.13 у нас. 9.13, и, братан, время кончается. Прямо кончается, и такое. Такое, братан. А, подожди. А что здесь, типа, на уровне? О, я нашел! Все, 6 тачек нашел, братан. Угу. Я нашел, это робот был, да? Я понял. Чё ты понял? Всё я понял. Чё ты понял? Я всё понял. А чё ты понял? Всё я понял. Ну ладно.
Не знаю, что ты там понял, но я в итоге нашел последний робот. Но ты знал, где он стоит, что ты рассказываешь? Чего ты взял, что я знал, где он стоит? Я знаю, что ты знал, где он стоит. Не, подожди. Ты думаешь, что я подсматривал? Да. Хорошо. Окей, друзья, получается, я подсматривал в этой рубрике, но в любом случае я нашел 6 тачек. Ты сколько нашел? 5 тачек, да, получается? Да. Давай, иди сюда. Тебя не смутило этот забор? Без коллизии, который... Здесь, да, получается... Нет, это стена обычная. Здесь, короче, Урбан стоит, на самом деле, ты его не заметил. Да нет, это стена обычная. Да. Зайди, посмотри. Нет. Короче, я не буду говорить, на самом деле, что за троллинг я сегодня использовал. Да, ты был прав, я, в принципе, использовал троллинг, потому что людям очень нравятся такие серии. Но ты не угадал, я на самом деле не посмотрел. Вот потом серия, посмотришь, что на самом деле я использовал. Итак, получается, здесь у тебя Бугатти плюс стрела, у меня только из дорогих это Пагани плюс тоже Бугатти, но Пагани не такая дорогая, как стрела. То есть, получается, ты зарабатываешь балл за стоимость, вот. Mm-hmm. Ну а мы отправляемся тогда на наше первое испытание. Итак, ребята, первое испытание, получается, прыжок вверх. Здесь у нас Пагани против Драгстера, в общем-то, братан. Подвинься, полетели. О, нормально, в принципе, да, Пагани офигенно летает, на самом деле. Пущ, да. Хера. И да, друзья, получается, балл-то это мой. Так, вау, я был дальше, это? У тебя что там? Что такое? Прикольно. Где ты там? А там ничего, нормально. А, окей. Ладно, ребята, получается 1-1 по баллам, а мы отправляемся дальше. Следующее испытание, получается, ребята, дерби до двух побед. Взял я Мерседес против Бугатти. Угу. Ну, давай попробуем. Давай, поехали. Поехали. Угу. Ты думаешь, выиграешь? А ты думаешь, нет? Я думаю, такая... нет. Я думаю, нет. Хотя... Ну, ты более-менее легкий, я тяжелый, овощной. Там ты и прикол. Тихо-тихо. Чтобы на попе не было прыщей, нужно кушать много овощей, я понял. Отлично. 1-0. Кто придумал эту парашу? 1-0, готов? Погнали. Да, поехали. Она летающая, а не для этого. Джон Сина! Ну окей, хорошо, 1-1. Погнали дальше. Давай. Давай. Тихо. Да твою мать! А ты думал, что подловишь, да? Слишком быстро, да, я думал, ты подловлю, и ты в итоге выпадешь. Против чита было, конечно, сложно, но мы, ребята, отправляемся на следующее испытание. Давай. Третье испытание у нас получается Drag Racing. Здесь, ребята, у нас Bugatti, а также Меган. Что? Давай попробуем. Меган. Раз, два, три. Погнали. Что-то не понял. Ридоверч. Вот тебя. Понял? Ридоверч. Вот а подожди, я сейчас разгонюсь. Сколько едешь? 168. 166. 175. 178. Да иди ты! Не мешай! Ну я первый. Зараза. Я первый, друзья. В любом случае, да, в конце чуть-чуть затащил. Ну а в любом случае, куда нахер? Меган быстрее Бугатти? Что? Ну да. Ну так Бугатти просто китайская. Ладно, ребята, получается 2-2 по баллам, а мы отправляемся на следующее испытание. Давай. Следующее испытание — прыжок в длину. Здесь и у нас... Ну, а ты что сделала? Что ты делал? А, развал, думаешь, поможет тебе? Здесь у нас, ребята, получается... Чё? Запор? Чё, новый запор? Кадиллак? Кадиллак, который, возможно, летает, я не знаю. Но мы это проверим сейчас под одним нитро. А, Кадиллак вообще не едет. Скрыто запору. 490. Еле-еле 500 нагреб. 502, братан, все. Да? Угу, у тебя чё? 520. Да ну нахер. Это только не говори, что ты Кадиллак. На запоре меня выиграешь. Только не говори это! Слушай, запор! Офигенный запор. И как мячик еще, да, отскочил, получается, отпружинил от дороги. Слушай, но максимально рядом, то есть тут буквально 100 метров, и как бы... Такое себе? Что ты с ним сделал? Ну, я схождение сделал. Погнали, пройдем наше последнее испытание за счет того, что вы поставили очень много лайков. Ну и последнее наше испытание, получается, управляемый спуск без тормозов. Взял я все-таки робота, а не Мерседес. Ну и посмотрим. Ты не вписался, братан. Да, вижу. Я, короче, слева все-таки бахну. На самом деле, я очень надеюсь, что из-за его подвески, которая вообще непонятно какая, из-за его управления странного, из-за вот этих всех подкидов, тоже так, странных, я возьму вверх. Тихо. А у него, кстати, башня хорошо пружинит, брат. Ну, вот и едь на башню тогда.
тебя нету шансов. Тихо. Ты встал? Я ко мне проехал. Да блин, в смысле ты проехал? Камни, тихо. Да, давай, я тут. А то нет, да? У меня были все шансы проехать эти камни, но я встрял и просто остановился на одном из них, понимаешь? Хорош. Беда. Обида, тоска, печаль. А ну я тоже встал. Ты тоже встал, да, получается, в следующих камнях. Просто изи. Ладно, ребята, получается, по баллам ты одержал победу, с чем я тебя поздравляю. Вот она, этом ролик подходит к концу. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Диман и Дони, всем удачки и всем пока. Пока.